подрезал, да? Подрезал его, как тот фура. Мы купим ваш старый автомобиль по отличной цене, и уже сегодня вы получите за него деньги. Да, вы не ослышались. Деньги сразу. Не теряйте время и записывайтесь на продажу. Ну вот тот козел. О, гляньте, что творится. Блять, тормозите. Ну его нахуй. Ой, извините, заматываю. Гляньте, позвоните. Блядь. Куда? В скорую, куда? Ну ладно, я пойду посмотрю. Живой вроде бы, блядь. Твою мать. Боже мой. Спасибо, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо, тихо, тихо. Ёпара сэте, блин.
Попыхивая сигарой, коллежский асессор рассказал о... Oh, my God.